это будет необычный выпуск, потому что я решил снимать немножко по-другому и чтобы было веселее. Всем хой, с вами Enjoy, и это была отчасти шутка, а отчасти правда. Я решил действительно начать уже трансформировать свой канал, звучит не очень, конечно, менять свой канал в лучшую сторону, я надеюсь, немножко улучшать контент, быть бодрее, веселее. И первое, что я сделал, это я все-таки решил объединить Fresh Chart и Enjoy Chart, точнее, как объединить, сделать один чарт, который будет идти чуть-чуть подольше. И начнем мы с фреш-чарта, то есть мы будем с вами сначала смотреть новинки, пятерку, которую я выбрал, голосовать за нее и смотреть, что по итогам вышло. Десятку лучших клипов, которые выбираю я и вы, мы будем смотреть в начале. А после этого будем смотреть привычный с вами Enjoy-чарт. Ну а начнем мы, как я и обещал на прошлой неделе, с Мари Краймбери и ее треком, точнее клипом и треком «Не буди меня». Хочу с тобой в этом Сразу скажу, что я, конечно, отношусь предвзято к Мари Краймбери. Мне нравятся ее стихи, мне нравится ее музыка. Не вся, но большая часть. И трек «Не буди меня» очень зацепил меня именно своим посылом. Это очень больная тема, связанная, конечно же, с ситуацией, которая сейчас происходит в мире, и с тем, что Мари сама родом из Украины. Но это я так понял клип, я даже писал под этим клипом в комментариях. И именно поэтому, что я услышал свои слова, конечно, в этих стихах Мари, я поставил ей пятерку за слова и пятерку за музыку, потому что такую музыку я могу слушать. Она грустная, такая еще осенняя хандра, плюс тема очень близкая, связанная с ситуацией мировой. И троечку я поставил за визуал, потому что это что-то такое среднее. Хороший сюжет, хорошая актерская игра, хороший состав актерский, но чуть-чуть чего-то мне не хватило. Следующим, кого я взял из русскоязычных исполнителей в этот выпуск, это Бахти и Туркен. Песня называется «Мужчины тоже плачут». Не забывай, мой мальчик, За музыку и за слова я поставил этой песне и этому клипу четверки. А вот за визуал всего лишь единица, только потому что пятерка выдалась сильная, очень интересные работы, как и актерские, как и сюжетно, так и визуально. Ну и завершающим русскоязычным клипом на этой неделе стали Маркул и Тося Чайкина с песней «Стрелы». Как бы меня не хейтили, как бы вы не думали, что я, конечно, смотрю клипы предвзято, в силу своего возраста, кто не знает, мне 36 лет, но за визуал именно этой песни из русскоязычных я поставил четверку, потому что очень классно снято, очень модно. Но за слова сразу скажу, я поставил единицу, потому что ничего не понятно. И как бы, когда ты слушаешь, все-таки хочется немножко, чтобы был текст более понятен. Ну и за музыку тоже не удивляйтесь, я поставил тройку, потому что мне очень понравился бит и очень классно звучит это в наушниках. Я смотрел в наушниках, это было довольно впечатляюще. Ну а мы переходим к зарубежным клипам. На этот раз это Сэм Смит и Ким Петрас с песней «Unholy». Ну а для тех, кто не знает, Сэм Смит — это открытый гей, и поэтому клип его соответствующий тоже такой с ЛГБТ-тематикой, хотя песня поется совсем о другом. Связано о том, что ваш муж в это время, пока вы возитесь с детьми, может уехать возиться в гараже, а на самом деле ему там очень жарко. В общем, намек на то, что мужья изменяют, находясь в своих гаражах или еще где-то. Визуал неплохой, но все равно, опять же, в балансе клипов, которые сегодня я вам представил, я поставил этому клипу за визуал всего лишь двоечку. Собственно, также двоечку я поставил и за музыку, потому что мне не понравилось звучание. И только за слова я поставил тройку, потому что вот, ну, смысл довольно-таки актуальный, животрепещущий, я бы сказал. Ну и завершающий клип этой пятерки – это Эд Ширан. В подписи к видео на YouTube, кстати, написано еще и «Покемоны», потому что там снимаются, как снимаются, нарисованы еще и покемоны на песню «Целестиал». И именно этому клипу я поставил все-таки пятерку за визуал, потому что очень круто снято,
очень интересно была совмещена рисовка, и, как говорится, Эд Ширан умеет преподнести. Ну, чего не скажешь о словах, за слова ему поставил всего лишь двоечку, и то же самое, собственно, за музыку всего лишь единичка. Ну и как несложно догадаться, в этой пятерке победила Мари Краймбери с клипом «Не буди меня». Будут обвинять меня точно в предвзятости. Ну а какая сложилась десятка после ваших голосов за прошлую пятерку и предыдущие голоса, вы увидите сейчас. It's gonna be all be alright. Thumbs up live. Ready. Я календарь переверну и снова трезв. Ну а мы переходим к Enjoy чарту, и на этой неделе сразу 10 песен покинули чарт. Убегаем от солнца. Ай-яй-яй-яй, сборишь словно дикая. Понимаем пум паша. Очень много на этой неделе и падений. Несмотря на то, что я стараюсь укладываться раз в неделю, падений хватает. Но по-прежнему никаких шансов вы не оставляете номинантам на вылет и голосуете стабильно за Егора Крида и Максим с песней «Отпускаю». Помимо этого, в пятой десятке нас также ждет 3 падения, 3 новинки и 1 возвращение сюда еще какой. Я русский снова в чарте. Отпускаю и слезы. Ингрия будет свободной. Ой, да заберите дом. Как с луны упали сигареты и напали. В четвертой десятке, помимо 2 интересных рэперских новинок, нас ждет еще одни возвращенцы, дуэт Бьянки и Весна 305 с песней «Мальчик на Баду». Я как Чак Норрис, я очень крутой, а ты не хочешь. Если, сука, на мне теперь эта сука богата, плесть от этой. А мне сегодня весело, весело. Сделано в России ни за что. И дня любви, и нас уже. И бежать мне больше некуда, никому. Давай запомним это лето, нам было хорошо. Третьи десятки и завершающие 3 новинки этого чарта. Из интересных это, конечно, Кирилл Туриченко, который пытается в очередной раз покорить Enjoy чарт. Ну и новый трек группы «Руки вверх». А также «Взлет от Ханны». Вспомни моменты,
наша запись на старт. Может быть, ночь тебе расскажет. Только все я. Ты там, они лишь в голове. Стирай свои вещи, собирай, я же просто. Ты между мной и ей, как бумеранг. Ты делай. Ой, подзабыли мы с тобой, что на крови. По второй десятке никаких особых изменений не наблюдается, новинок тоже, разве что кроме тех, кто не смог удержаться в десятке, в основной десятке. Это Сергей Лазарев, Клава Кока и Егор Крид. Все решено, мне не звони, не люблю. Это любовь. На моей коже вода, слова его тоже вода. Что ж ты стоишь и плачешь, слезы носишь? Никак бы не старался, никак, 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 никак. Я снова один в этом ламбо, я снова курю и тебя сквозь дымник. Танцуй в эту ночь, не вспоминай его. Ну и основная десятка, тут гораздо все интереснее. Конечно же, тройка, которая изменилась, и лидер тоже в том числе. Поэтому, я думаю, вам будет интересно ознакомиться, а некоторым и порадоваться. У дяди Гены нет шенгена, все постоянно говорят, что счастье любите. Я календарь переверну, и снова третий. А давай погодим, погодим обо всем, подмалим. Таким выдался основной Enjoy Chart. Переходим к мировому. В мировом чарте гораздо меньше вылетевших, чем в прошлый раз. Всего 4 песни покинули чарт, но зато 2 из них вылетели сразу с двадцатки. Can you tell me why you can't turn on my baby, there's a knife, I've been holding by the blade. Никакого удивления на этот раз не было, и в спасенных в мировом чарте Stromae также остался в чарте на 30 месте. Кроме этого, в тридцатке нас встречают как раз-таки все 4 новинки сразу и одно падение от Blackpink. Ces pensées qui me font vivre en enfer. Still a trace of body paint on your leg. Fool me once, shame on you. That's okay, cause I never knew. But tonight and beyond, we jump to. This is why I don't leave the house. This that pink venom, this that pink venom, this that pink venom. Get him, get him. Oh my, oh my, oh my. Кстати, интересная тенденция получилась у нас в этом чарте. У нас нет взлетов в мировом, но зато 2 падения. Причем оба из них от Blackpink. Во второй десятке Blackpink с новой песней, которая зашла в чарт в прошлый раз, заработала номинацию «Падение недели». Baby, yeah, ready, yeah.
зато в десятке без особых изменений. Все стабильно, вплоть до первого и второго места. Кто смотрел прошлый чарт, конечно, догадался, кто там. It's gonna be all be alright. Thumbs up vibe. Ready? Bien actúas. Eso no me cabe duda. Ну, а на этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно. Голосуйте за тех, кто может вылететь. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, может быть, даже продвигайте видео. Я с вами прощаюсь. Всем пока!